Всем привет! Сегодня я расскажу вам о 10 самых маленьких динозавров в мире. На 10 месте компсогнат мог достигать длину 120 сантиметров и весить всего 4 килограмма. Девятое место — струтиозавр. Длина 105 сантиметров, вес 3 килограмма. Восьмое место. Ваннонозавр. Длину достигал всего 60 сантиметров. На седьмом месте сальтопус. Этот маленький динозавр достигал длину 60 сантиметров и весил всего 900 граммов. На шестом месте археоптерикс. Длину достигал 75 сантиметров и весил 400 граммов. На пятом месте протоавис. Достигал 35 сантиметров в длину и весил 350 граммов. На четвертом месте лагозух. Мог достигать 30-40 сантиметров в длину и весить всего 200 граммов. На третьем месте вуканголптер. Размах его крыльев достигал 73 сантиметра, а он мог весить 180 граммов. Второе место – грацилизух. Достигает 30 сантиметров в длину и весит не более 140 граммов. Ну и кто же у нас на первом месте? Пришла пора узнать. Это у нас мимиколоптер. Маленький летающий ящер, размах крыльев которого не превосходил 25 сантиметров, а вес 90 граммов. Ну все, всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.